выставочном зале жителей и гостей города ждут 22 картины. Кисть Александра Сайкова, директора выставочного центра Санкт-Петербургского отделения Союза художников России. Скромная и компактная, так говорит о ней автор Александр Сайков. Выставка состоит из 22 картин. На них природа бескрайнего русского севера. Об этом можно догадаться по неяркой и благородной палитре цветов. Все работы написаны акварелью и только по натуре. То есть художник пишет картины, не сидя в мастерской, а делает это на природе. И что самое символичное, только на севере. Почти 10 лет Александра Сайкова тянет именно в эти края. На его акварелях Карелия, Белое море, Ямал, Полярный Урал. Скоро коллекция может пополниться пейзажами и вашего края, признается художник. В следующий раз, может быть, мы когда приедем на пленэр, будет времени побольше. Мы уже посмотрели здесь очень красивые места на Куе, на Печоре и в Тундре. Выезжали в Тундру, посмотрели очень красивую природу. И я думаю, мы здесь еще поработаем. И в следующий раз покажем уже природу Нарьян-Мара. Замечательные северные пейзажи можно увидеть в выставочном зале культурно-делового центра «Арктика» до 15 сентября.